Слушайте легенду. Когда-то давным-давно молодой мальчик Андрюшенька нарабатывал трудовые мозоли, стоя у станка на комбинате имени Ильича. А мастер участка Алексей Владимирович подбадривал его песенкой. Прошло время, Андрей стал ведущим X-фактором, но про поющего Алексея Владимировича он не забыл. Ха-ха! Возможно, ему нужно спеть уже на главной сцене страны. Пойдемте, там много талантов, я уверен. За мной. Как я раньше летал по этим лестницам, да? Просто, о, стоять. Ого! Здрасте! Какие люди? Какие люди? Серега, ты еще работаешь тут? Не хотите вот жизнь поменять и все? И уйти с завода и петь? Я люблю свой завод. Сразу видно, кому пообещали премию за ответы, да? Вы проверяете показания? Да, смотрю, давление пара. Ребята, вот точно так же я с бумажечкой ходил. Проверял, перекрывал по нулю, там эти все датчики. Это мой стол. Извините. Я вот здесь вот сидел когда-то. Ребята, пахал просто на моих плечах хрупких. Держался весь комбинат. Давайте споем. Да ну. Толь, ну спой. Ну что-нибудь. На немецком, как ты раньше пел. Чуть-чуть. Знаете, ну давай, давай, давай. Видали тим, що свище вітер лютий. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Там вдали за рекой. Нет, спасибо, Алексей Владимирович. Давайте все-таки с вами пообщаемся, да. Хочешь, я твоим колором буду. И вы не хотели петь? Восьмым колором, восьмым чудом. Шрик вышиванный на счастье, на долю дала. Смотрите, Мариупольский комбинат имени Ильича поющий. Ха-ха-ха, ребят. Пойдем к начальнику, пойдем. Я не отпущу такого талантливого парня. Сейчас все решим.